Дело в том, что я вот вчера обнаружил, что есть активность Ютуба по затиранию роликов, касающихся медицинской правды. То есть удаляется ролик с пометкой, что вы все лжете, это все не по уставу. И добираются даже до самых таких, 21-й год, по-моему, да? Ну, во-первых, приятно вспомнить, приятно посмотреть. Был ролик, там, 39 лет мне еще, я на встрече целителей. Нет, уже 40, по-моему, исполнилось. Да, наверное, точно. И вот необычно было, и что-то там, наверное, может быть, даже важное было. С чего бы это так просто... Понимаете, когда так о нас начинают сильно заботиться, это всегда должно насторожить. И теперь, к счастью, все-таки как-то мы сохраняем материал. За это отвечает у нас Игнат сейчас, Тимошенко. Итак, по Ютубу то, что сейчас идет определенная волна зачистки, об этом говорит и, например, Сангейт Студио. Майкл Мелехов, там и за него взялись. Вообще удивительно, как при этом не страдает доктор Божьев, да и ну, Шишова Ольга, в принципе, ну, наверное, можно. Но вот Божьев ругает врачей только так. Правда, у него это вебинары, трансляции, да. Ну, посмотрим, как будут затирать его трансляции. Придется, по всей видимости, шифроваться, делать какие-то объявления и менять, в конце концов, площадки именно общения, размещения. То есть на Ютубе, ну, все время все придется ставить какие-то кавычки, как-то обтекаемо говорить. Ну что же, это вот такая интересная игра. Ну, вот, конечно, рекомендую подписаться на телеграм-канал. Вообще максимально подписаться везде, где вам это удобно. Под роликом есть всевозможные ссылки. У нас есть еще вот такой вот сайт. Vk.info. Здесь все ссылки видны. И вот такой вот сайт. Здесь тоже все ссылки актуальны. Сайт «Личная страничка» и сайт торговый. И там есть статьи. На этих сайтах тоже есть контакты. Также можно подписаться на email-рассылку. Можно ли подписаться на email-рассылку вот на широков.info, не знаю. На эфрер.ру точно находят люди. Там есть это окошечко в контактах, если дойти. Да, здравствуйте, Даниэль. Как у вас дела? Вы слышали что-нибудь? Заметили, что, например, YouTube начинает затирать ролики по здоровью именно? Уже не краковид, а просто вот анализы и вообще какие-то сомнения. Такая забота. YouTube вот-вот якобы должны запретить в России, а он из последних сил заботится вот все-таки о россиянах. Может быть, не только о россиянах, конечно. Вот, чтобы только они не попались в коварные сети там разных натуропатов, например, Божьего, Советова, которые как-то странные вещи говорят, а уж Божий вообще так сильно ругает врачей. Я уж не говорю про какого-то Широкого. Иначе ведь случится что-то страшное, да? Это важный звоночек. Этот звоночек прозвучал и от Сангейт Студио. И это идет не только по мне. Последнее время у меня удалено всего лишь 2 ролика. Мы их, конечно, бережно представим на других платформах, обратим на них внимание. Игнат, наверное, сделает даже какой-нибудь тайминг, чтобы вообще понять, а что ж там такое интересное сказал я? Что ж там такое противоречит? Что там такого опасного? Как это я такой могу быть такой опасный? Будем переходить на децентрализованные площадки Тима Бастион. На Бастионе мы есть... Ну, видите, честно говоря, я всем этим, может быть, не сильно занимался, потому что вот бегал и прыгал последний год. И некоторое время даже без такого вот, без ноутбука. Да, мы будем переходить на альтернативные источники, но у нас пока самое большое количество подписчиков.
а мы их не заставляли подписываться никому. У нас они все настоящие. Оно все-таки на Ютубе. И понятно, что уже особо Ютуб нас не показывает. И, как ни странно, по сарафанному радио консультации все равно приходят. И даже люди, которые работали со мной с 2020 года, да, единственное, что мешает нерегулярность появления, опять же, из-за нашей иллюзии, что, ну вот, все теперь можно как бы забыть. Нет, вопросы тела, здоровья, исцеления большинство не стоит забывать в ближайшие 10-20 лет, там, надолго. Это надолго и всерьез. Помните, когда был такой слоган по политику «Мороз» в Украине? Поэтому, да, Даниил, подсказывайте, как нам лучше, на каких площадках быть, но здесь важно, чтобы на этих площадках были тоже люди. И посмотрим, сейчас будем держать руку на пульсе, как будут, насколько много будут удалять. Могут ведь удалить и канал. Пока вроде каналу не угрожают. Могут удалить и канал, и тогда как бы совсем будет плохо. Но есть запасной сейчас канал. Вообще-то тогда мы заливаем те же самые ролики, как вообще-то по здоровью. Не связанные с какими-то краковидами и всякими инфекциями. Ну, пока что я надо учиться говорить обтекаемо, и надо посмотреть вот те ролики, которые уже удалили, что там такого страшного. То есть, ну, что я там рассказал, что я был на встрече целителей, что я не согласен с тем, что определили целители, определил что-то свое. Почему это так стало? Причем здесь вообще стандартная медицина? Ее мы там вроде особо не касались. Ну, хорошо, посмотрим на это.